Йоу, салют, хиканы! Кто вы думали вернулся? Да это же я! Александр в прямом эфире, как делище! Ребзи! Часик в радости, ферзладость, дорогие хиканы. И сегодня, как хиканы и обещал, Александр, прошу любить и жаловать. И перед этим мы бы хотели поблагодарить кореша драгоценного, который вот Александру на Дианон задонатил, на Деванон, как он написал, Сергею Сергеевичу Е. Хотели бы выразить благодарность. Сергей Сергеевич Е, вот благодарю вас, парень. Удачи, здоровья, все наилучшего. И теперь, благодаря Сергею Сергеевичу Е, вы можете наблюдать Александра. Да-да, не удивляйся. Но Александр, смотри, вот хикан, я даже вот голову помыл, даже Александр ждал, пока она высохнет. Ну вот, и дорогие хиканы видят мое тупорылое ебало. Вот. Но я думаю, пора бы и тебе, Александр, как-то уже задианониться. Что уж тут греха таить, если сам хикан-то уже без маски. Ну, как ты считаешь, стоит ли задианониться? Да шо, уже как бы терять нечего. Да-да-да-да-да, я хотел бы добавить, что видите эти мерцающие огни. Ну, Евгений Николаевич Панасенков не одобрил бы этого, потому что он говорит, что все это мелькающее, мигающее, это нехорошо. Но, ну да, дорогие друзья, если у вас там слабая психика и все такое, то выключите это видео и посмотрите, когда у вас будет стабильное состояние. Вот, и что хотел сказать, мне Александр подогнал этот босяцкий подгон, извините за тавтологию, вот, я его хочу поблагодарить, собственно, вот. Ну что, Александр, диванон? Это китайский причиндал. Китайский причиндал. Светящийся. Светящийся. Ну, Александр, давай, поехали. Что, прям сразу так? Ну, чего уж, ну, можешь куда-то, не знаю, отойти и... Опа! Ой, бля! Четко? Александр, четче не бывает. Только я тебя прошу, вот эти очки, если бы ты знал, кому они, блядь, принадлежали, сколько им лет, то ты бы уже давно убежал на канадскую границу, и там бы их дико продал на аукционе. Вот когда хикана не станет, тогда можешь их на аукционе загнать за мощнейшие барыши, например. Вот. Ну что, дорогие друзья, я вас прошу, чтобы вы, во-первых, поставили класс этому видео, потому что Александр достоин класса, написали в комментариях, ну вот, хикану там написали, что хикан похож на Егора Летова, на Иисуса, что мне поразило больше всего и очень приятно, приятно удивило, то, что кто-то написал, что я похож почему-то на Сергея Дроботенко, а я очень люблю Сергея Дроботенко, ну, по крайней мере, в 90-х, в начале нулевых я прямо-таки угорал, это был топ-5 или даже топ-3, наверное, моих любимых юмористов, Аншлага, Кривого Зеркала. В общем, спасибо, дорогие друзья. И напишите, Александр, ну, может, топ-3, топ-5 людей, на которых похож Александр. Например, в этих моднейших очках, которые он продаст, и когда я умру. И много-много денег получит, и мощнейших девиц, например. Вот, Александр, ну что, расскажи в двух словах, что почем, что делаешь, как делишки, как мальчишки. Да ничего, нормально, металл сдаем, опаливаем медяку, алюминий. Так ты ведь уже уволился с завода. Да, с завода уволился. А печально очень. А где ты берешь металл, медяху? Или это какие-то коррупционные схемы? Тайные раскопки заброшенных терриконах. Так на заброшенных терриконах алкоголики уже давно, с 90-х годов, все выкопали. Если... У нас эти металлоискатели есть, у нас своя корпорация черных металлистов. Я понял, видишь, Александр угорает по black metal, например. Чем мы его, собственно, и поздравляем. Александр, ну, собственно, многие ведь не смотрели стрим и спрашивают, Александр, где же ты все это время пропадал? Ну так, в двух словах, что называется. Там всякому по-разному было. Судьба покидала меня. И в разных городах, и странах был. Не-не, причина, собственно, причина. Путешествовал. Да какая причина? Понятная причина, как бы нестабильная ситуация на стране, да, вечное безденежье. Да нет, ты не понял. Я имею в виду...
Почему ты, собственно, перестал сниматься? Вот чему я тебя, собственно, подталкиваю? А, так вот эти вот всякие чуваки, которые начинают за дианонсы. Ну, спокойно снимали себя, никто никого не напрягал, никто ничего там не заставлял, не нанимал сыщиков, чтобы под нас подрылись там, да, и нашли нас. Ну, как там, нанимают сыщиков, они следят, следаки, короче, там, потом информацию выдают. Вот зачем это надо было людям? Ну, какая разница? Вот я, да, вот такой вот под маской. Что изменилось от того, если б я был вот такой вот в маске? Разница в чем? Я не знаю. В маске или без маски? Ну, то есть, был весь этот прикол в масках, как бы сюжет, затея. Это, ну, устой канала, такая была концепция, а вы взяли ее, как бы разломали. Не вы, а некоторые альтернативно одаренные, которые, кстати, в конце и дико раскаивались, например, и сокрушались. Александр, на кого ж ты нас покинул, вот там Денис, все такое. Вот, и они раскаялись, и в знак раскаяния обязательно поставьте класс, дорогие друзья. Вот. Ну что, Александр, я чувствую, что в следующих передачах я прям предвкушаю эту cool story. Я прямо сейчас не могу и сижу о том, как Александр работал охранником, только я тебя умоляю, не называй это. Ну, в общем, те, кто из России нас смотрят, это, ну, такой эквивалент пятерочки. Те, кто из Украины смотрят, это эквивалент АТБ. В принципе, раньше это и было АТБ. Вот. А кто из Беларуси смотрит, я уж там не знаю, что у вас. Вот. И там Александр имел честь потрудиться, например. Но я по каким-то обрывкам его фраз, рассказов, я понял, что это, ну, просто ломовые истории, дорогие мои друзья. И я вам рекомендую, опять же, поставить класс, чтобы Александр все изложил нам, и как молитву на исповеди прочел, например. Вот. Ну что, Александр, вообще, в принципе, что-нибудь можешь еще добавить, что-нибудь, или прокурор добавить? А то, видишь, вот диванон, праздник, цветомузыка, у меня эпилепсия уже начинается. Чем ты вообще сейчас занимаешься? Ну так, в двух словах. Да чем? Музицирую, учусь на гитаре, брынчак. Да-да-да, ты же это не рассказал дорогим телезрителям. Александр-то у нас всю жизнь читает рэп. Ну так и да. Но только ты подметь, что это не просто там вот эта новая школа, там я всех суп переебал. Ну, это old school. Да, я там на грудь тебе насрал. Вот. А, ну, в общем, как в старые добрые времена. То есть... Могу вам пару строк запилить, давай, там, про, давай, Донецк, Александр. Типа. Давай, давай. На Донецком луна и теснятся дома, терриконов громадных, где ночи без сна, солнце ценят с утра, то поднялся зарей на гора, лица горожан улыбаются, ура! Шахтерский край, на Кальмиус реке, город миллион, но разде черный молот в руке, дышит на полях хлеб, степь донецкая без края, музыка про кофе-уа играет на нотах души. По Артема пробки, шуршание шин, здесь отеческий дом и родные черты. Этот город-герой, он такой же, как ты. Нам нужен мир, рев своих стадионов, много сонных людей у любимых перронов. Приезжают в вагонах родные друзья, дом, где будет очаг, и забудут про слово «война». Мир. Вот, вот это, Александр, правильные вещи. Прямо-таки ты все уместил, все компактно, лапидарно и... оголтело, вот не побоюсь этого слова. Вот, прямо все подчеркнул. Дорогие друзья, ну, это вообще заслуживает класса. Вот. Так что, Александр, когда там будет уже твои выступления, турне? Вот, подожди, я тебя перебью, я же недавно альбом таки выпустил, и мы можем с тобой, ну, как, что называется, приятно с полезным, я там буду про говно петь, там, ёбаный карась, ой, я хуй мразь, а ты будешь рэпчик зачитывать. Так, да, мы недавно вот осенью была движуха, ну, типа... Заведение, может, кто знает, Кундербунт, короче. Так все, это уже прикрыли. Да, вот после нашего выступления его там прикрыли. Ну, не совсем после, ну, неважно, ну-ну-ну. Ну, вот там выступали, короче, ну, было полная дичь, в общем. Организатор позвал, типа, чуваки, приходите, выступите, будет все четко. Там, если нормально людей соберется, мы вам даже лаве отстегнем там. Ну, мы такие, ну, ладно, хорошо, давно уже не выступали, как бы особо движух донецкий... не собирается, и мы, ну, чисто для себя, как бы, для тренировки, не терять навыки. Ну, запись-то записью дома, понятно, там, или где. А живое выступление, общение с публикой, это разные вещи. Ну, и согласились, пришли,
время подходит к началу движухи. А смотрим, организатор такой на лыжи куда-то чик-чик-чик уходит. Нет, сначала с ними поздоровался, походу понял, что людей не будет, и отморозился, и отпетлял, короче. А владельца этого там есть пацан один, он и администратор, и охранник, и, короче, арендатор этого всего. Говорит, ну, это типа петух, короче, бабла нам не заплатил, короче, тупо слинял, ну, то есть... Ну, мы вам наламывать, типа, не будем выступать, и, типа, вы нормальные чуваки, вы ж не виноваты, что этот петух вас опрокинул. Ну, мы такие, ну, хорошо, в итоге там, ну, куча вот этих новой школы, там, они пытаются все закашивать, как бы, но это такая дичь, вот этот бит долбит. Этот ньюскуловский, и они там, петухи, петухи, там все петухи. Ну, типа, да, я вас там нахую вертел и все такое. А он это, Нину Ивановну, фашисты в холодильник, козлы петухи. А мы вышли еще такие, ну, у нас как бы там лирика такая, кач, старенькая школа. И одна была песня, короче, кстати, Андрюха вот на гитаре нам играл. И мы это все под живой инструмент, короче, лобали. Ну, вышли, отчитали. Андрюха, там, который из психбольницы меня встречал. Да, он сам, это наш гитарист. Ну, и тот, что, как кто-то там написал, физрук. Ну, тот, который, помните, показывал всякие приемы, там, батюшки-спецназовца, который против остеохондроза показывал вот эту штуку. Так что это он, дорогие друзья. Ну, и, короче, мы сели такие, ну, рэпчик отчитали, а потом под гитару так он залобал, спели, все офигенно. И люди были довольны, и потом, ну, эти владельцы этого заведения, чувак нам подошел, говорит, о, ебать, вы, типа, охрененные чуваки на фоне этого всего, ну, типа, старенькая у вас лирическая такая школа, нам, говорит, очень, типа, вкатило, говорит, если вы соберете бенд, ну, типа, команду, говорит, у нас инструмент есть, все есть, но вам надо, ну, у нас, типа, барабанщика нету. Если у кого-то есть знакомый барабанщик из Донецка, как-то, может, сконнектимся, и нам как раз надо одну песню записать под барабаны. И говорит, ну, соберете банду свою, они там организовывали частную, там, Роцк, там, всякие движухи. Говорит, можем вас, ну, вставлять в разные мероприятия, там, по пару треков выступать, ну, и, то есть, какие-то барыши зарабатывать, типа, вы четкие чуваки. Ну, и в итоге со временем... Закрыли эту всю богадельню, не знаю, куда они делись. Ну, было как бы в планах собрать, можно было повыступать. Но пока что так. Это печально, Александр. Это ужасно на самом деле, потому что... Ну, ладно, это, к сожалению, будем устраивать концерты дома. Пока бабушка спит, можно хоть дискотеку устраивать. Не услышит она. Это-то, видишь, у нас светомузыка уже есть, можно там... Как в старые добрые времена, там, про королеву снежную, там, да, мама, да. Я бросил курить и ночью дрочить, ну, вот это все, ну, вот. Ну, ничего, не падает духом, нельзя, вот. Ну, а так, в принципе, я считаю, что Дианон удался, дорогие друзья, ставьте классы и обязательно классы ставьте, потому что следующее видео будет там, где Александр рассказывает про свои мощнейшие трудовые свершения на поприще охранника, ну, грубо говоря, в пятерочке или в АТБ, так что с вас класс. Александр, ну как Но всегда... у нас он называется этот... Не надо. Мы не занимаемся рекламой ни в каком виде, ни мы никого не... как называется, там, какой-то положительный или отрицательный промоушен мы не делаем, потому что не надо этого делать. Вот, Александр, прогони какую-нибудь финальную телегу нашим дорогим телезрителям в связи с Диваноном. Надеюсь, вы теперь все довольны, увидели, как я выгляжу, и теперь ваши пуканы не будут взрываться, и вы не будете нанимать ищеек в поисках меня и нашей команды. Да. Ставьте классы и донатьте бабуле Хикана на бич-пакеты и прочие нужности. Кстати, да, я хотел сказать, мы как-то с рептилоидом, ну вот кореш Жанны Аркадьевны, ну ты понял. Да. Мы как-то шли с ним на районе еще, ну еще давно, прошлым летом. Идем, и ко мне чувак какой-то, а я в наушнике, ну, я выключил музыку в наушнике, он меня, типа, за рукав говорит, эй, типа, говорит, выключи музыку, типа, наушники, я думаю, что, а ему лет
ну, 18, наверное, 19. Я такой, у-у-у, типа, чё? Он говорит, это ты Хикан Намбаван? А я говорю, блядь, откуда ты узнал, типа? А говорит, вот ты в футболке, Бурзум. А я точно, ну, не догадался снять. Как он, я говорю, как ты меня узнал? Он говорит, ну, я тебе по голосу узнал. Блядь, надо потише просто в общественных местах говорить. Хотя мне уже похуй, какая разница, я нахуй никому не нужен. Вот, дорогие друзья, ставьте классы. И еще я повторно хотел бы поблагодарить, у меня с памятью, блядь, ебаный твой час, дорогие друзья, это от того стоит. Хотел бы поблагодарить Сергея Сергеевича Е за то, что задонатил Александру полторушку, например. Я его прям вот отдаю, Александр вот, вон лежит, вот. Так точно. Дорогие друзья, ставьте классы, и Хикан свое слово держит. А дальше будет рассказ про мощнейшее трудовое совершение Александра. Всем пока, до новых встреч.